Ну что, вот мой маленький обзор моего замка. Сейчас вот эта полочка такая. Тут, кстати, обезьянок всяких, киндеров там дофига. Стекло сломанное уже, не знаю, еще, наверное, в классе 7 училась. Дедушка делал этот шкаф. Стекло сломалось, была вот такая же деревянная ручечка. Он ставил новое стекло. Потом оно снова треснуло. Ну и так как-то уже осталось само по себе. Сейчас я тут отражаюсь, кстати. Вот это, кстати, картинка. Я ее привезла из Плюса в 2011 году, когда первый раз ездила с подружкой Машей своей, своим ходом дикарями. Ну, вот немножко тут обезьянок будет, раз уж они есть. Вот этот котик, кстати, черненький. По-моему, из Переславля-Залесского ездила я с клубом искусств. Вообще, ну, я люблю путешествовать. Если вы там лазали по каналу, то у меня есть некоторые видео с разных городов и стран выложенных. Стран, конечно, я мало посетила. Это Белоруссия, Хельсинки, в смысле Финляндия, Эстония, ну и, соответственно, Россия уже как она есть. Вон там маленький такой человечек. Мы на него наведем мальчик, игрушечка, пупсик. Это еще с маминого детства. Кстати, вот флакончик Big Moss. Это одни из моих первых духов. Это чертик. Вообще, я раньше коллекционировал чертей и иконки. Но после аварии моя родня решила, что иконки надо оставить, а чертей выкинуть. Чему я жутко огорчилась. Так, тут у меня сундучки всякие со сказками. Тоже я любила коллекционировать, но сейчас иногда бывают сундучки всякие. И вот этот домик из пенопласта, тот дворец. На самом деле у мамы в детстве был вот этот вот из фосфора светящийся фигурка оленя. Ну, как она сказала, она его раздолбала, растригла, разрезала и потом пустила на окна и всякие фигурки к замку. Если он на свету стоит, вот, то в темноте, в принципе, ночью, когда свет выключен, все темно, он светится и кажется, что кто-то там такой вдалеке, такой замок. Сейчас я попробую вот так вот сделать. Сдвину еще. Может, как-нибудь его достану. Покажу отдельно. Вообще, он много где сфотографирован у меня. Ну, тут опять обезьянки. Это я, мне тут, не знаю, лет, может, 13. Если не меньше, с кошкой соседской в деревне. Это вот мое бисероплетение тут случайно попалось. Мое первое ожерелье. Я его лет 9, наверное, плела. Даже заняла какое-то второе место в питерском конкурсе. И в паре книжек, ну, в одной книжке я напечатана. Фенька моя конкурсная. А там пара книжек, просто уже я упоминаюсь. Тут обезьянки, всякая фигня, тень. Вот эта уточка прабабушки моего отца, так сказать, наследство. Там духи с зеленой крышечкой, это мамины еще духи. Ей достались от ее, так сказать, тетки, бабушкиной сестры родной. Им не знаю сколько лет, наверное, за 30. И они до сих пор пахнут. Там совсем чуть-чуть осталось, правда, уже вместо желтого такой оранжевый цвет на дне флакошечка. Тут куча обезьянок, опять мое бисероплетение. Это этот дракончик, кстати, если кому интересно, могу кому-нибудь что-нибудь сплести. Вообще, я ленивая жутко, но цветы какие-нибудь могу сделать. У меня даже, в принципе, станок есть, дедушка делал. Так, и вот этот вот замок, вот этот олень, лось, кто он там, козел, который послужил головой, гербом замку. Кстати, вот это вот спичечки. Вот оно вот так покрывалось. Ну, если потянуть сзади за ниточки, веревочки, цепочечки. Ну, в общем, на самом деле, ему, наверное, уже лет 30, если не больше. Мама меня в 23 родила, так а замок сделала лет 8 или 10 ей было. Так что ему, ну, 40-то точно ему есть, этому замку. Я его берегу. Если бы была какая-нибудь коробочка стеклом покрытая сверху, как вот в музеях бывает, я бы его туда поставила, чтобы он не пылился, потому что пыль, на самом деле, из него очень проблематично вычищать. Так, я сейчас попробую. Опять это стекло. Мы его сейчас закроем и попробуем уже полностью через стекло, вот так, сверху. Ну, обои, соответственно, отличаются. Когда делали ремонт, просто здесь было нереально как-то залезть и поменять их. Хотя, может быть, было бы и реально, но женщина, которую мы нанимали, была несколько с руками не из того места.
Там даже есть какое-то подобие человечка такая или фигура шахматная стоит. Мама мне вообще хорошо рисовала, хотя образования у нее специального не было. Также вязала, шила, ну и вообще такая клевая мама была. Всем бы такую пожелать. Ну и просто полочку сверху. Кстати, вот этот маленький космонавтик, это мамин еще. Ей там дарил какой-то мальчик в школе. Тут обезьянки всякие эти, подарки. Собачка могу кому-нибудь подарить со смайликом. Мне девочка одну дарила, по-моему, на 8 марта. Она музыкой увлекалась, я тоже. Ну и, так сказать, два композитора встретились, обменялись нотными тетрадками. Она мне еще собачку кинула эту. Просто полочка. Тот фон, который некоторых смущает. Надо будет подписать под видео, слабонервным не смотреть. Тут куча моих книжек, каких-то там эти словари всякие. Я финским увлекалась одно время. Сейчас знаю только хывя-пявя. Это моя картинка, это вообще батик на самом деле. Тут он Мишка Ефрашевский. Обезьянка из кокоса. Велосипедик вообще-то кашпо, но у меня что-то оперло одно время на велосипедике. Цветочки. Мои любимые хлорофитомы. Первый раз он у меня появился, по-моему, в 4 классе. Моя классная выдала мне его. Родоначальника уже нет. Моя любимая бабуля его с балкона случайно схреначила. Обезьянка. Кстати, она вон там висит, вот так за лапки такая. Это тоже мое произведение искусства. Я тогда еще не ходила в художку. Просто рисовала. Рамочку дедушка делал тоже, естественно. Это неведомая красная фигня, которая мне очень нравится. Эта фигня мне пришла в подарок, кстати, с Light in the Box. Кажется, в Эйвоне она есть. Когда у меня болит голова, я про нее вспоминаю, правда, в самый последний момент, когда голова уже прошла. Но он, в принципе, помогает, если не сильная мигрень. Это подвеска. Раньше приходила в подарок от Грин Мамы за заказ. С оплатой Яндексом. Это тут, кстати, котеночек Эйвоновский. Ну, правда, он уже в таком жутком состоянии. Ему лет 10, наверное, если не больше. Это по розовой ленточке, которая... Когда-то мне очень-очень хотелось его. Он стоил 200 рублей, насколько я помню. Для меня это были когда-то такие охрененные деньги. Так, у меня тут запись заканчивается уже время, а то мне тут... Так, обезьянка. Кстати, вот этот портрет, рисунок точнее, это Саша Житова рисовала. Тут тоже обезьянки. Вон там моя тоже какая-то рисунка. Все, кто не может смотреть фотки, но может смотреть видео, ну, да, вот здесь у меня, конечно, пошел уже такой конкретный бардак. Знаю, надо когда-то разобраться, рук не хватает. Это компьютер, как раз кусочком моего канала. Шкаф, который я так и не обклеила. Там всякие коробочки, баночки. Ну и вот видео у меня заканчивается. Остановимся мы на замке. Если вы меня смотрели, то спасибо вам. Ну и до новых встреч. Пока.